Может, мессиаников, как я их называю. Но я вам скажу честно, знаю всех великих шестидесятников, семидесятников. Мы оказались как восьмидесятники между двух разломов временных империй, понятий и ценностей. Но мы живы, продолжаем делать свое дело. В общем-то, это не как у Ремарка, потерянное поколение. Мы здесь, мы с вами. Благодарен судьбе за то, что ты не один, и не уверен в том, что растаяла жизнь, словно с яблони дым, и уже не